Так, тут там пом ходит. Или нет? Не, опять куча трупов. Нормально у вас тут. Кошель. Просто замечательные господа. Щедрые трупы, знаете. Все при деньгах. Трофеи взять. Труп скинуть. Будем заражать водопровод. Плывет. Ему весело. Веселый труп. Я сделал труп счастливым, господа. А что сделали вы? Кого там? Кого? Чего? Боли голова? Ладно. Мне вообще куда идти-то? Лорду-защитнику, приветствуем вас скоро, вернее, лорд-защитник. Именно этого титула вообще по ошибке были лишены. Мы верные слуги империи и настоящая императрица. Группа лоялистов, которым не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделано специально для вас из лучших материалов, которые только можно найти на островах. Наш человек, Самуэль, ждет вас там, где тоннели выходят к реке Ранхевен. Поспешите, желаем удачи, помните, у нас общая цель. Замечательно, я бы лучше бы еще приоделся. Но как-то не впечатляет. Ну, это уже получше. А вот арбалетик смешной. Пистолет как-то сподручнее, знаете ли. Какой Джей? Какой-то Джей. Так, удержите колесик, чтобы открыть меню быстрого выбора. Выберите устройство или умение для левой руки отпустить, чтобы подтвердить выбор. Чтобы доставать оружие или использовать умение по одному нажатию клавиши, выделите в нужное меню быстрого доступа и вы нажмите любую горячую клавишу. Есть 10 горячих клавиш, изменить их можно в меню настроек. Окей, окей. Так. Ну, как-то с пистолетом-то получше. А можно меч? Не? Нет, меч нельзя. Я бы с двумя клинками походил бы. Так, как-то покруче, мне кажется. Весело. Так, доля джели. Джели, на случай, если ты пропил все мозги... Ничего не помнишь, обратись за ответом к виски. Виски. Дошло? Если хочешь получить свою долю, делай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. Так. Ключ я взял. Сейф. Требуется код. Ну так давай наберу. Так, вот это уже интереснее. Код отдельно набирается. Виски. Виски. Зараза! Нам всего-то проверить 1000 вариантов и все, и пойдем дальше. Почему бы и нет? Можно попробовать. Виски. Виски. 4-5-1. Ну, я был близок, да. Даже кнопочку не пришлось нажимать, само открылось. Футляр для драгоценностей семьи Морей. Или Морей, неважно. Ну и какая-то лабудень, которую наш герой не хочет брать. Видимо, книжки какие-то. Все. Тайна разгадана. Идем дальше. Так, это что за унитаз? Ты знаешь, кого мы ищем здесь? Попробуй их взять один. Но
Нормальная карета, целебные травы, кошель. Так, меня не заметит? Или заметит? Тихо. Что за убийство в падении? Убийство в падении. Спрыгните на противника с высоты и перед самым столкновением нажмите левую кнопку мыши, чтобы совершить убийство. При этом вы не получите урона от падения. Спасибо. А можно было сказать до того, как я... Нормально. Хоп-хоп-хоп-хоп. Можно было бы его не убивать. Ну ладно, черт с ним. Черт с тобой. Сдох и ладно. Допустим, идем дальше. Здесь больше ничего нет? Ну, вроде ничего. Но есть еще один чувак, который остался в живых. Пока что, я надеюсь. Да он не один, блин. Далеко не один. Тут их целых трое. Надо подождать, пока этот уберется. Так, одна крыса есть, но она не нападет. Тихо. Иди-ка сюда. Тихо! Блин, не на то нажал. Вот я про что и говорил. Я не на то нажал. Я выстрелил вместо того, чтобы долбануть его мечом. Ну ладно. Просто замечательно. Крыс сейчас будет жрать трупы, да? Их становится будет больше. Велика. Ну-кс. Держите. Будут они жрать труп. Почему-то, если крыс мало, они, видимо, жрать не хотят. Голод им не знаком, если они не в стае из 50 штук. Довольно забавно. Так, ну что? Ничего, идем дальше. Или здесь что-нибудь еще есть? Видимо, ничего, идем дальше. Но один патрон револьвера я использовал, блин. При том, как я и говорил, случайно. Потому что нажал правую кнопку мыши. А, монета, понятно. За полку дается монета. Иди сюда. Пошел вон туда. Разлеглись тут, понимаешь ли. Весь путь загораживают. Что, меня вас обходить, что ли, думаете, буду? Так, ну мы, видимо, выбираемся потихоньку. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Да, мы выбрались. Замечательно. I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Значит, нам нужно на корабль. Так. Look around if you need. Давайте посмотрим, что здесь вокруг есть. Правда, сомневаюсь, что что-то есть. Скорее всего, ни черта. Не, по-любому эти рыбы, да, они кусаются. Я сейчас еще здоровье потрачу и все. Ну, нафига мне тебе тогда вариант отказа есть, если здесь ни черта нету, а? Может, все-таки что-то да есть? Да не, видимо, нет. Видимо. А мы, наверное, на маяк, да?
Да, едем, едем. Невинно осужденные. Статистика задания. Врагов убито 13. Найдено ваших жертв 4. Хаос в мире, текущий уровень высокий. Нет убитых, призрак не обнаружен ни разу. Ладно. Особые действия и так далее. Папёси-яма. Тайные союзники. Новые союзники ждут вас в старом баре на реке. Встретитесь с самыми высокопоставленными лоялистами и узнайте, что они затевают. This is the Hound Pit's pub. Closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Чего вдруг 23 кадра? Извольте сообщить. If anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Ну ладно. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the warriors. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Ну, 23 кадра, так 23 кадра. Ну, это, видимо, что-то... Что-то не то произошло. Потому что даже если я смотрю в небо, у меня все равно 30 кадров максимум. Так, сведения обновлены. Давайте посмотрим журнал. Лудочник Самуэль переправил вас по реке из тюрьмы Кулридж. Он работает на подпольное движение, которое борется с незаконным правлением лорда регента. Лудочник хочет познакомить вас с другими участниками заговора. Хорошо, познакомит. Надо сделать перезапуск, скажем так, программы записи. Так, продолжаем. Да, вырубил я программу записи, сразу же 130 стало кадров. Как и полагается. Погнали дальше тогда. Хорошо, все нормально. Так, в этих заводах где-то паб. Давайте туда сходим, что ли. Наверное, что-то есть где-нибудь. Да? Тивианская руда какая-то. 20 монет стоит. Замечательно. По-любому есть что-то еще. Тайные пиндосии мне показалось, но нет. Пандусии. Так, отрывок из книги о далеком континенте. В Академии натурфилософии говорят, что континент Пандусия – удивительное место, где жизнь развивается своим чередом с древних времен и не имеет ничего общего с цивилизованным миром. Смотрители из аббатства обыватели рассказываются об ужасах тех местах, погрязших в ереси, нелюдях, которые практикуют отвратительные варварские ритуалы. Немногие путешественники, побывавшие на дальнем континенте, вернулись на острова – где они описывают бескрайние пустыни, дремущие леса и невероятных созданий, в существовании которых трудно поверить. Едва ли не каждое поколение пытается основать на берегах Пандусии колонию, которая со временем сможет превзойти величием сам Дунуул. Впрочем, все прежние попытки были тщетны. Карта зубастого мыса. 75 монет стоит. Такс. Здесь больше, судя по всему, ничего нет. На лодке сверху тоже ничего нет. По-любому, здесь что-нибудь есть. Тивианская руда замечательная. Еще 20 монет. Да я разбогатею здесь за 5 минут, черт возьми. Я куплю весь этот город с потрохами. Я куплю себе титул. Я куплю себе трон. Если захочу. Но это будет через 5 минут. Когда я найду достаточное золото.